कुछ और। Бедный Дональд Дак, он всю жизнь думал, что будет любимым героем для детей. А оказалось, что в Китае он всего лишь одна из разновидностей любимой еды – утки по-пекински. Впрочем, Микки Маус, если его как следует потушить, да под хорошим соусом, тоже пойдет. Thank you.
на тази ми. Три китаянки борются с автоматом по продаже напитков. Автомат побеждает. Ну вот и знаменитая шанхайская открывашка. Осталось построить рядом небоскреб в виде пивной бутылки соответствующих размеров. И будет полный фэншуй. Один из современных храмов китайской молодежи, Макжрак. Забудьте про стереотипы о маленьких худеньких китайцев. Thank you.
Вполне нормальный для такого места, примерно 30 юань за одно блюдо, это, можно сказать, недорого. Не ресторан, конечно, просто плата за место. Монахини, удивлен. Вот что-то знаменитый шанхайский небоскреб, самый знаменитый, все от нас прячется. Вот как я к нему не подобраться, когда он будет полностью открыт. Наверное, надо пройти еще дальше. Индексы торговых бирж проецируются на мост. Thank you.
В общем, китайцы воздвигли неплохой храм для золотого теленка, и не один. Целый, сука, храмовый комплекс. Ну, еще чуть-чуть, и эту башню наконец-то будет видно. Световое загрязнение, правда, большое. Тот, кто проектировал освещение, олень.